Всем доброе утро. Для вас специально записываю видео, как я торгую, делаю прогнозы. И на фоне этих прогнозов сам провожу покупки и продажи. Вот с 8 августа я сделал прогноз пошиба. Движение отыграло на 100%. И локально начал торговать. Вот на одну минуту таймфрейм переходим. Сейчас я вам покажу, как я, скажем так, предсказал движение цены. И это было локально. Считаю достойным посмотреть видео до конца. Я его в конце ускорю. То есть вот мы видим такой коридор движения цены. Потом, после чего, я вот где-то 9 августа в 19 часов сделал прогноз, да, движение цены будет в таком направлении, коридор нарисовал, движение пошло вниз. Все это, в принципе, небольшой процент, 1,7 на 73, но тем не менее, это позволило мне и поторговать. Ну, понятно, в небольших количествах процентов, но этого достаточно для того, чтобы хотя бы видеть движение цены. Потом я описал движение, несколько раз описывал движение вверх. Поскольку на таких таймфреймах очень тяжело предугадать движение цены, но коридор, который я глобально написал, он отыграл. И вот вы видите, он идет в межах, скажем так, коридора, да? Там ложный пробой локальный, потом движение написал вниз. И еще один коридор, по которому он тоже пошел вниз. Я описал уже более глобальное движение. Это уже была ночь. Я описал, что вот он может дотронуться 0, короче, 731. Цена, как вы видите, пошла вниз практически до этого уровня и восстановилась. То есть вот здесь вот уже было интересно. Отсюда до сюда, даже если, допустим, вы в шорте, 6% плюс откуп на 5,58. То есть это интересный процент. Но как пример я показал, что, как я вижу, движение цены. Это тяжело, но тем не менее возможно. Как вы видите, вот небольшой процент. Я его видел и вам показал. Вот. Вообще интересная криптовалюта. Многие уже повыходили с этой криптовалюты. Объемы большие, покупок и продаж. Как вы видите, здесь была даже цена 50 579. Криптовалюта очень сильно проседает, и волатильность хорошая у нее, если смотреть там, в несколько дней, да. Вот, и на ней тоже можно хорошо заработать. И, как говорится, очень много таких видео, где описывается, вот сейчас он вырастет до доллара. Понятно, что если до доллара он вырастет, у вас будет несколько миллионов этих единиц шиба, то понятно, что вы сможете заработать миллион. Но не все так просто. Я потом в следующих видео расскажу вам вообще, что я думаю и как криптовалюта может себя повести. А так сейчас для вас советы. Посмотрите это видео до конца, как я ставил прогноз, сделал. И обязательно ставьте стоп-лосс. Вот как раз если вы в позиции лонг, вам это позволит не попадать в ситуацию, где будет у вас минус. Вот. И делать уровни откупа валюты по там 20% от депозита или 10%, понемногу, не нужно все вместе ставить. Вот, всем спасибо, что смотрите наш канал, подписывайтесь, ставьте лайк и смотрите это видео. Всем приятного просмотра. Видео дальше будет без звука, ускорено в 10 раз, пока вот я говорил, уже практически 2 минуты прошло. Вы можете оценить сами то, что я хотел вам донести, и пробуйте тоже, чертите, пишите. Это приложение очень полезное. Заходите внизу под видео, под описание будет ссылка на это приложение, устанавливайте, то есть зарегистрируйтесь там, и также пробуйте себя в таких же анализах или прогнозах. Это вам будет польза. Поскольку время идет, и все равно, если вы здесь находитесь, в этой сфере, то вам необходимо иметь какой-то багаж знаний и практиковаться.